В эфире телеканала «Катунь-24 новости». Меня зовут Антон Шкаль. Начнем этот выпуск с главных тем. Сорванные крыши, оборванные линии электропередач, поваленные деревья. Подробнее о последствиях урагана, который накрыл регион минувшей ночью, в нашем выпуске. Переселение граждан из аварийного жилья в край продолжится. Федеральная программа завершилась, но в регионе на эти цели выделят собственные средства. Лечить дистанционно. В силу вступил закон, который позволяет медикам проводить онлайн-консультации пациента. Насколько это эффективно, расскажем через несколько минут. Последствия мощной бури устраняют в Алтайском крае. Минувшей ночью ветер достигал 30 метров в секунду. Ураган повредил автомобили и оборвал линии электропередач. Из-за непогоды были перекрыты несколько региональных дорог. Подробнее о последствиях расскажет Дмитрий Будков. Вечером услышал металлический звук, грохот. Вышел на улицу, увидел металлическую конструкцию, большую сорванную с крыши дома. Ну, слава богу, что никто не пострадал. Мощная ночная буря сорвала часть вентиляции с крыши этой многоэтажки на улице Взлетная, 103. Конструкция весом более 200 килограммов, размеров с автомобиля АК, рухнула прямо на асфальт возле подъезда. Только чудом никого не задев, житель многоквартирного дома Константин Морозов сразу сообщил о ЧП в управляющую компанию. Утром я связался с управляющей компанией по поводу этого инцидента. Они уже занимаются устранением проблемы, но, опять же, зону ответственности перекладывают на застройщика. Мы, конечно, как жильцы, в шоке. Это не единственное место в краевой столице, где буря навела свой порядок. Пострадали и другие участки города. Занесло снегом дорогу, не проехать, или вот ветер сорвал светофор. И таких комментариев в социальных сетях десятки. И все это последствия мощного ветра. Без светофора остался перекресток проспекта Калинина и улицы Северо-Западной. А на Комсомольском, около Барнаульского юридического института, шквалистым ветром сорвало баннер с рекламного щита. Круглые сутки без перерыва дорожники устраняли последствия сильной метели. С улиц краевой столицы вывезли около 3000 тонн снега. На расчистку дорог вывели 119 единиц техники. Убирали снег и на федеральных трассах А-322 и Чуйском тракте. Туда направили около 60 снегоуборочных машин. Кроме того, в связи с плохой видимостью ночью были перекрыты два участка региональных автодорог. Крутиха, Панкрушиха, Хавары, Славгород. Протяженность перекрытия 249 километров. Также было ограничено движение еще на одном участке. Это дорога К-02, Барнаул, Камень-на-Оби, граница Новосибирской области. Сегодня утром, буквально в районе 5 часов утра, ограничения были сняты, то есть все дороги открыты и транспортное сообщение возобновлено в полном объеме. В случае ухудшения погоды в любой момент количество снегоуборочных машин увеличат до 300. Однако, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время в крае нового шторма не предвидится. На смену метели и бури в регион придут морозы. На выходных в Алтайском крае похолодает до минус 30 градусов. В субботу в большинстве районов пройдет снег, местами метель и гололедица на дорогах. Дмитрий Будков, Роман Хайрулин, новости. Штормовая погода, пришедшая на Алтай, перевела все дорожные службы региона в усиленный режим работы. Как удалось справиться с последствиями сильнейшей метели, расскажет Владислав Кириенко. Алтайские дорожники бросают вызов погоде. Во время штормового предупреждения в крае вся дорожная техника работает в круглосуточном режиме. 118 единиц техники, столько грейдеров и тракторов северо-восточного ДСУ вышло вчера на борьбу с непогодой. Было непросто. В тяжелых погодных условиях реагент действует 30-40 минут, быстро налипает снег. 80 раз за сутки дорожники насыпали песчано-соляную смесь на участке дорог. Была очень плохая видимость, гололед. И лично вчера сам наблюдал, как газель сдула с дороги на Бийском направлении. Вот, поэтому все были на дороге, вся техника была абсолютно, вся снегоуборочная. Патрулировали, многим помогали, вытаскивали просто с куветов, на дорогу поднимали машины, всяко было. В целом по краю во время штормового предупреждения круглые сутки работало 450 единиц техники. Обошлось без серьезных ЧП. Только в Бурлинском районе сложилась опасная ситуация на дорогах. Виной обширный циклон, пришедший со стороны Казахстана. Там работала техника и со Славгородского филиала, и из Бурлинского, соответственно. Ну, каких-то более таких глобальных вопросов, как уже сказал, удалось избежать. То есть тревожных сигналов было достаточно немного. С
Специалисты дорожных служб уверяют, зима еще покажет свой суровый нрав. По прогнозам, снега будет еще больше в феврале и начале марта. Но краевые дорожники к таким вызовам готовы. Владислав Кириенко, Анатолий Фукс. Новости. Добавлю, внимательными и осторожными нужно быть и сегодня до конца дня. Ожидается усиление ветра, осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящие в снег, гололедные явления, метель, на дорогах сильная гололедица. Продолжаем выпуск. Лечить дистанционно. В этом году в силу вступил закон, который позволяет медикам проводить онлайн-консультации пациента и заочно отслеживать состояние его здоровья. Телемедицина – одна из молодых современных практик. Получить консультацию врача из Барнаула по видеосвязи теперь можно в любом районе края. Перинатальный центр «ДАР» такие приемы пациентов проводит уже год. Все подробности далее. Здравствуйте, Екатерина Григорьевна. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Косихинская ЦРБ, да, у нас на связи. Подскажите, по женщинам, состоящим на учете, сколько? Из группы высокого риска сколько? На мониторинге у нас сейчас состоит 64 беременные. От Барнаула до Косихи почти 70 километров. Но даже на таком расстоянии специалисты перинатального центра ДАР контролируют работу сельских медиков в формате интернет-консилиумов. А самое главное, заочно консультируют пациенток, определяют диагноз и составляют план дальнейшего наблюдения за ними. К примеру, пациентка любой районной больницы может попасть на онлайн-прием к специалисту перинатального центра ДАР. У нас есть особая группа риска женщин, которые, к сожалению, у которых есть осложненное течение беременности. Мы их под особым контролем наблюдаем. У нас происходят еженедельные рапорта с каждым районом отдельно. Именно по группе высокого риска женщины все на контроле пофамильно. Мы знаем, где сейчас она находится, как она себя чувствует. Заочные консультации проводят планово, каждую неделю. Но в экстренном порядке врачи консультируют ежедневно в среднем 15 пациенток. Это случается, когда коллегам из муниципалитетов срочно нужна помощь, чтобы диагностировать или подтвердить патологию беременности. На связи с Барнаулом – Рубцовск, Бийск, все города и районы края. Телемедицина – это крайне удобно из-за того, что у нас край большой, районы отдаленные. Мы за счет нашей телемедицины общаемся как с врачами женских консультаций напрямую. То есть это один звонок, это все просто, это доступно информативно, так же, как и с женщинами. То есть в силу каких-то причин женщины, пациентки наши, беременные, не могут поехать. Однако такие консультации не ограничиваются территорией Алтайского края. Барнаульские врачи проводят консилиумы со специалистами из Москвы. Мы хотели к вам повторно обратиться по поводу нашей пациентки. Пациентка повторно беременная, повторно родящая. Вам была отправлена заявка 28 декабря. Вы рекомендовали по телеконсультации повторную консультацию онлайн в 23 недели. В режиме онлайн врачи Федерального центра акушерства и гинекологии подтверждают диагноз врачей перинатального центра ДАР. Все патологии устанавливают здесь, в ДАРе, на очных приемах. Коллегам из Москвы барнаульские врачи обращаются раз в месяц. Аналогичные онлайн-консультации проводят и с новосибирскими медиками. Параллельно мы проводим консультации, телеконсультации с центром имени Мишалкина, это в городе Новосибирске, и другие по различным патологиям. То есть там, например, основном курируются такие заболевания, как гемоконфликты и моноахориальные двойни. А в Мишалкино мы обращаемся, когда выявляем врожденный порог развития по сердцу либо крупным сосудам. Только в прошлом году в перинатальном центре ДАР провели более 28 тысяч консультаций в режиме онлайн. И все-таки, в каких случаях телемедицина необходима? Когда нужно расшифровать анализы, выписать электронный рецепт или оперативно получить данные о состоянии здоровья больного. В России телемедицина только внедряется, поэтому говорить о результатах пока еще рано. Но, как показывает мировой опыт, такие современные технологии сокращают количество перевозок больных на треть. А в 40% случаев заболеваний личный визит к врачу вовсе не требуется. И в этом случае телемедицина позволяет сэкономить ресурсы. Дмитрий Бутков, Александр Морозов. Новости. К другим темам. Краевые власти продолжат работу по переселению граждан из аварийного жилья. Федеральная программа завершилась, но в регионе на эти цели выделят собственные средства. Об этом губернатор Александр Карлин сообщил журналистам на встрече в формате «Медиалог». Губернатор отметил, сегодня в списке аварийного жилья в крае числится 374 многоквартирных дома. В 2018 году на переселение власти направят 300 миллионов рублей из регионального бюджета. Нужно взять то жилье, которое
ну, уже реально грозит обрушением, и оно не, уже на грани, так сказать, находится чрезвычайной ситуации. И эти деньги направить на то, чтобы закупить или построить жилье для тех наших жителей наших городов и сельских территорий, которые в таких домах проживают. Напомню, за 5 лет реализации программы из ветхого жилья в регионе переселили 11,5 тысяч человек. На это власти потратили почти 5 миллиардов рублей. Средства выделяли из федерального, регионального и муниципального бюджетов. По словам Александра Карлина, федеральную программу возобновят в 2019 году. Двадцать журналистов региона накануне Дня российской печати получили премии губернатора Алтайского края за победы в конкурсе «За достойный труд». Среди них и сотрудники издательского дома «Регион», корреспонденты нашего телеканала и радиостанции «Катунь-ФМ». На конкурс журналисты со всего края отправили более 200 работ. Из них выбрали 18 лучших. Так, ответственный редактор радио «Катунь-ФМ» Татьяна Ветрова стала одним из победителей в номинации «Год экологии». Оргкомитет конкурса поощрил Ольгу Штополь, главного редактора телеканала «Катунь-24», за работу над циклом телепрограмм, посвященных юбилею региона. Среди лучших корреспондент Антонина Поздеева. Она представила спецпроект, сделанный на Алтае о Колыванском камнерезном заводе. Жюри отметило и материал Елены Заздравных. В прошлом году мы сняли сюжет о создании атласа птиц Барнаула. Над ним работают алтайские орнитологи во главе с Алексеем Эбелем. Они выходят на своеобразные орнитологические экспедиции, наблюдают за птицами, слушают их голоса. Они знают, по-моему, тысячи голосов птиц. Для меня это было вообще удивительно. А еще они рассказали, что раньше местные в черте города видели черных аистов и пеликанов. Вот это вот тоже меня очень удивило. И в завершении выпуска о спорте. В хорошем настроении готовятся к матчам против лидера. Алтай после победы в Тамбове настроен продолжать выигрывать. Дмитрий Гладких побывал на тренировке команды в преддверии тяжелых матчей с лидером Саранской Мордовии. Сенсационная победа Алтая в Тамбове стала глотком свежего воздуха для всех любителей хоккея в нашем регионе. Барнаульский Алтай доказал, пусть после первого этапа коллектив обосновался лишь на предпоследнем месте, но кровь попортить может любой команде, даже ведущей борьбу за первую строку в турнирной таблице. Уступив первый игровой день по счету, барнаульцы не проиграли в характере и порой в том матче даже выглядели намного лучше хозяев, пусть и проиграли довольно крупно 0-4. В повторной встрече наш коллектив показал, итог стартового поединка вряд ли был по игре. Победа 1-0 по Булитому, великолепные действия в воротах Александра Власова, отразившего больше 40 бросков в створ, дорогого стоит. Мы доказывали то, что можем играть с лидерами, поэтому настрой был хороший, все ребята вышли, бились, как бы я помогал, мне помогали, то есть игра на ноль, так скажем, это общекомандная заслуга. Спасибо ребятам, под шайбу ложились, броски блокировали, так что это команда, можно сказать, сухая победа, так что молодцы. Но говорить о том, что Алтай нашел свою игру, пока рано. Тренерский штаб по-прежнему беспокоит кадровые проблемы. В Тамбове в составе нашей команды уже дебютировали вратарь Кирилл Волохин и защитник Дмитрий Козлов, вышедший на лед против своей бывшей команды. До закрытия трансферного окна барнаульцам кровь из носу нужно усилить линию атаки. Меньше наших хоккеистов в лиге по заброшенным шайбам пока идет только аутсайдер нижнетагильский юниор «Спутник». К ближайшим домашним матчам клуб постарается дозаявить еще одного новичка, нападающего Алексея Василевского, который как раз прибыл в расположение Алтая из Нижнего Тагила. По мнению Андрея Соловьева, команда постарается сделать и другие приобретения. Однако в матчах против Мордовии придется рассчитывать на хоккеистов, которые есть в расположении на данный момент. Тем более, что матчи предстоят тяжелые, и добиться победы хотя бы в одной встрече задача для алтайских мастеров архисложная. Это зависит уже от ребят. Как они настроятся к этим играм. Если они поверили в себя, то значит игра будет хорошая, две игры. Я не думаю, что мы сдаваться будем просто так. Противник сильный приезжает, все знают, и они знают, и мы знаем, что лидер группы нашей. Так что настраиваемся на игры хорошие. 14 и 15 января Алтай на своем льду постарается оказать сопротивление абсолютному лидеру первенства Саранской Мордовии. Получится это сделать или нет, узнаем совсем скоро. Дмитрий Гладких, Сергей Седых. Новости. На этом у меня пока все. Итоги этого дня подведем вместе с вами в 20:30. Не переключайтесь.